21 апреля по всему миру мусульмане отмечают один из своих главных религиозных праздников – Ураза-Байрам. Об истории этого праздника и традициях его встречи расскажем подробнее в нашем сюжете. 21 апреля месяц Великого Поста Рамадан заканчивается для мусульман Ураза-Байрамом или праздником Разговения. В этот день снимаются все ограничения, которые были введены во время поста, а верующие благодарят Аллаха за возможность пользоваться его щедротами в месяц Рамадан. В зависимости от дня, на который выпадает Ураза-Байрам, количество праздничных дней варьируется. В этом году в России Ураза-Байрам продлится 3 дня. История празднования берет свое начало еще во времена пророка Мухаммеда, который, согласно Писанию, и установил его в 624 году. В переводе с арабского название означает «праздник прекращения поста». В тюркских языках название получилось из персидского слова «руза» в переводе на русский «пост» и «байрам», то есть «праздник». Во главе угла – духовное очищение верующих. Еще одно важное предписание религии в Ураза-Байрам – обязательное пожертвование нуждающимся. Празднование Ураза-Байрама начинается еще с наступления темноты, а утром совершается коллективная праздничная молитва, перед которой еще до рассвета люди совершают полное омовение и одеваются в чистую нарядную одежду. Но главная часть Ураза-Байрама начинается уже дома. На этот праздник у мусульман принято собираться в большом кругу родных, соседей и друзей. К столу приготавливают самые разнообразные блюда, исключая запрещенные в исламе продукты и алкоголь. Преимущественно хозяйки подают баранину и традиционные арабские блюда. Несколько сотен верующих в Твери также посетили мечеть, где смогли встретить торжество за праздничным намазом.